have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, Ферн Хангер. Короче, на самом деле мне немножко повезло. Я прошел уже всю церковь, я убил всех улиток, которые здесь были, мне пришлось, они за мной гнались. Я убил также вот этого утырка с мечами, он тоже на меня вылазил стабильно из этого гроба, ничего с этим не поделаешь. Одел его шмотки. Так вот, мало того, что тут внизу можно начертить сиджил этой богини любви, ну, понятно, по изображению, вот, и она полностью нас исцеляет, в общем, получается, что, смотрите, у всех руки на месте, у всех ноги на месте, полностью здоровье, полностью разум. После этого, правда, я еще раздрался, но, в принципе, ничего. Так еще тут недалеко есть сиджил, ну, круг молитвы. Я здесь начертил вот этот вот ММ-ку, вот, и вылезла бесплатная сохраняшка, за что я огромное спасибо. Потому что в прошлый раз, когда я здесь был на записи, если вы помните, я начертил там тоже Сильвиан, но оно мне не сработало, ну, то есть... Нужно более-менее разбираться, где что работает. Я, к сожалению, туплю очень часто. Со мной это бывает. Вот, в общем-то, хотел с этого начать серию. Мы сейчас обратно пойдем в канализацию. А, я там еще того мелкого не убил. Я уже подумал, что я не буду драться. Вот сейчас случится какая-то фигня с моей удачей. Я 4 раза подряд промахнусь. Вы знаете, со мной это бывает. Насчет моей тотальной неудачи, все, кто смотрит эти серии, они в курсе, да? Вот, вот этого я еще не открыл, давайте его убью. Сейчас посмотрим, что будет. Я ему и голову не отпиливал. Вот, насчет улиток, всех я их убил, раздавил, все дела. С этим все вроде как нормально. Давайте я даже, наверное, патроны тратить не буду. Кстати, насчет... Я не хочу, чтобы Леви у меня ходил первым. Потому что он обычно тратит патроны, и мне бы не хотелось. Ну вот, нога, рука и голова, собственно. Давайте тогда на этом пока что приостановимся, встретимся. Я пойду сейчас в канализацию или еще куда-то, короче, посмотрим. Ну, я сейчас буду выходить, получается, к пятому бункеру подойду. Вот, а оттуда там уже разберемся. В общем, увидимся дальше. Решил походить по канализации. Кстати, я тут себе открыл еще раз карту Брехвеля, про которую я успешно забыл. Ты что за говно? Это тот босс, про которого вы мне говорили, да? Что я должен был с ним встретиться, но почему-то этого не сделал. Я пошел в этот раз, кстати, в другую сторону. Что за... А, не-не-не-не-не-не-не, дружище, спасибо. А что у вас тут... А можно без этого? Ну, не, я буду вполне счастлив, если ты меня не будешь трогать. Мне прям нормально будет. Не надо, залезь обратно. Я без понятия, куда... Тут, кстати, да, вот этот вот крысолют, которого я видел, почему я вообще решил запись-то начать? Ну, я думал, что он на меня будет нападать. Blue Wild, как минимум, я нашел. Ну, убегай, я не хочу за ним... Я не помню, они тут были. Я, по-моему... Ёпарас, это... Это вот оно? Какое ужопище. Это что, лучшее, что у тебя есть? Лучше? Просто попробуйте. На что ты там делишься? У тебя слишком много всего. Мне же кажется, я сейчас буду отбивать ему лапки, а... Давайте ему просто в торс лупить, мне кажется. Это печально, конечно. Но с другой стороны, у меня есть довольно неплохое сохранение, поэтому... Рвота, блевота, все как мы любим. Оно же сейчас тоже шлапками начнет бить. Ну, нет. Ну хорошо, давайте попробуем.
Я специально пошел поэкспериментировать по канализации, потому что я мог пойти как в прошлый раз. Хотел увидеть что-то интересное. Минуточку, а что ты про... У нее что, пушки нету? Погодите, я не поставил оружие. Что это сейчас было? Короче, так, погоди, айтем... Нет, не айтем. У тебя есть эквип? Да нет, у нее есть молоточек-то. Блин, плевота, плевота. Перейди на Федота. Все равно придется загружаться, я так понимаю. Я не то атаковать нажал, ладно. Я уже растерялся, короче. Да-да-да-да-да-да. Мне интересно, где дно у этого чувака. Фига себе, 13 жизней. Вот, мы его убили. Ну, на самом-то деле... Погодите, это кто-то из участников, да? Ладно, в любом случае загружаемся, а там посмотрим. Ну что ж, ребятки, я так понимаю, глядя на карту, что мы сейчас вышли в бизнес-районе, примерно вот здесь, ну, недалеко отсюда нас грохнули в прошлый раз. Ну как, нас. Мы сами очень удачно побежали и провалились. Но теперь с нами Оливия живая. Мне интересно, как она отреагирует на себя же, подошедшую к нам. Ну, если мы до туда дойдем, конечно. Я бы на самом деле такой, чтобы тут где-нибудь сохраниться. Вот прям серьезно. Вчетвером мы ее откроем или нет? Нет, вчетвером мы ее не откроем. А, погодите, я хочу понять, почему у Леви не хватает здоровья. Ладно, не хватает всего лишь двадцатки, просто понаблюдаем за ним, посмотрим, как оно все пойдет. Так, а вот тут я уже, кстати, не особо помню, как мы ходили, куда мы не ходили. Я помню, что на меня накинулась эта толпа, озверевшая. Я очень быстро от них убегал. Это я точно помню, я держу руку на шифте, на всякий случай. Тут мины, тут что-то такое, да? Ну-ка. Temple District Church Almer Residential Saint Dominic Orphanage. Вот, Orphanage. Те ворота сверху, это, скорее всего, Orphanage, так? Так, хорошо. Фишка в том, что через канализацию я иду уже где-то третий раз. Я сейчас просто боюсь и разговаривать, и... Вот. Я вылез где-то в Shopping District из канализации. На меня напал вот этот вот священник, ослепил моего главного персонажа, мага, и мне пришлось все делать заново. Я его победил, да, но толку, если у меня черный экран, как мне дальше играть? Iron Spear. Britney Spear. Так. Очень аккуратно. Пайп. Фрагментики на перемотку мне дают в эти вот, ну, в смысле, типа лечилочки White Whale. Неплохо. Это, конечно, радует, потому что это, в принципе, относительно редкость. Я сейчас пытаюсь по карте ориентироваться, как-то что тут... Ты кто? Иди сюда. Иди сюда, давай... решать проблемы... Собака. По мере их поступления. Только не два хэд-тейл. Нормально. Увернулся. Супер. Но он теперь испуган. Офигенно. Давай. Я ему случайно
ногу атаковал. Ну ладно. Ай. Ну, я ему эту ногу избил, хорошо. Отлично, так. Пробуем тогда торс. Мне кажется, что просто рука с молотком, она была страшнее. Опять мне пытается леви уфигачить. Да какой промах! Убей его. Спасибо. Какой нафиг промах? Какой, блин, нафиг промах? Промах-то какой? Какой, а? Вот, опять кусочек ткани мне дают. Ну, такая, отпилить голову. Блин, тут такое дело. Я бы на самом деле... Сколько у меня лечилок? Давайте посмотрим, что там что-то подбирал. 4 Light Blue. Я бы на самом деле его подлечил бы. Я понимаю, что это трата, что типа меньше, все дела. Оно лечит 80, я вылечил 60. Но мне оно как-то будет сейчас спокойнее, если он будет на full health. Потому что тут где-то бегает вот эта вот разъяренная толпа. Я уже достаточно далеко прошел. Сохранение мне даже фонариком не светит. Хотя я бы очень был бы сейчас рад найти какое-нибудь сохранение. Пусть даже не халявное. Пусть даже обычное. О, это же овощной рейн. Что, извините? А, о, это место я... А, вот куда бы мы попадали. Ох ты ж я. Дверка застряла. Вот тут тогда... Вот, все. Я понял, где мы. Тогда, слушайте, хочу ли я пойти сохраниться? На самом-то деле... Но у нас тут же есть еще фишка с гостиницей, куда я не заходил. Вы мне спасибо подсказали, как решить эту загадку. То есть я в самом деле был довольно близок к разгадке, к ответу. Слушайте. А это... Так с другой стороны. То есть железные двери мы выламываем, вот это вот мы выломать не можем. Это мы уже на развилке. Да. Я бы тогда сохранился в гостинице. Давайте, ребят, я схожу. Я понимаю, что это будет уже середина третьего дня. Но я слишком, наверное, много прошел. Потом сразу же туда пойдем. Давайте так и сделаем. В общем, ребят, тут такое дело. Я решил задаться вопросом, а, ну, во-первых, хочу сходить в магазин, я вроде как каких-то денежек поднабрал, а во-вторых, я бы хотел пойти сдать головы, я же там кучу бомжей перебил в канализации, там прям вот этот же бомжатник перед выходом в бизнес-район, сколько там этих бомжей было, штук 8-9, я бы хотел сдать головы, но я тут вспомнил, что там у нас вроде медбой ходит, я хочу пойти посмотреть, если он там или нет, может быть, кстати, с ним даже подраться. Давайте будем посмотреть. Кстати, я не помню, вроде как вы мне не писали, может ли вылезти второй раз вот эта вот бабайка из гроба. Вот, и чего мне ожидать? Погоди, 60 шиллингов, это, конечно, все классно. Мне нужно проверить, сколько у меня зеленой травы и сколько у меня лечилок, что я вообще покупаю. У меня 3 blue, практически 4, я могу еще один скрафтить, 2 травы. Две травы. Две травы, кстати, это очень мало. Я бы хотел бы больше. Значит, за 60 силингов. Я могу купить... Блин, ну я покупаю Blue Wild за 10, понимаете? А я бы на самом деле Meat Pie взял бы. Так, потом спички, потом еще одну вот эту взял бы, чтобы у меня было так. Теперь 6.3... 40. Черт. Хорошо, давай еще 2 пирога возьмем. Отлично. Давай возьмем еще 2 бутылочки хилковые. И давай возьмем 1 травку. И 4 шиллинга оставим на всякий случай.
Как-то так пока что сделаем. Теперь пойдемте глянем, если есть эта фигня до сих пор там внизу, если оно до сих пор лазит. Если да, то я, наверное, попробую с ним подраться. Да, оно тут еще. Иди сюда. Если что, я загружусь, потом просто схожу в магазин. Ага, я не хотел никаких проблем, вызывая тебя. Он подходит к тебе ближе, и фигура кажется еще более угрожающей, когда так близко. То есть с ним можно особо и не трепаться. Ну, давай попробуем ему руки отбить. Я помню, что он там был типа боссом. Окей. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ты чё, у тебя одна рука, чё ты два раза бьёшь? Что-то с ним случается. Оно мутирует, да? А зачем я ему руки отбивал? А. Это же глупо. Ревать я их пока что не буду. Я хочу, наверное, немножко поднакопить рев. Я их разорвет просто. Да хорош! Да хорош! Блин, ты там вообще что ли офигел? Что-то еще с ним, да, творится? Еще цепи вылезли. Или нет, или что? Так. Айтем. Подлечись-ка, наверное. Как раз у тебя соточка будет. Леви в атаку. А ты у нас... Я как раз парочку новых скиллов выучил. Давай посмотрим. Флэши Puppetry. На себя? А это в смысле? Я не знаю, что оно делает. Сейчас посмотрим. Бах. Оно что-то там опять. О, вот это офигенная штука. Это получается пассив? Погоди, погоди, погоди. Так. Давай она тогда сама себя будет лечить, получается. Ну-ка, айтем. Да, light blue. На себя же. Отлично, почти full health. Стреляем дважды. А мы его победили. Очевидно, что он с собой ничего не носит. Отпилить его голову. Погодите, погодите. Ты отпиливаешь его голову, она превращается в прах. Ну какая красота. Хорошо, знаете, мне это обошлось, да, в две хилки. Это неприятно, но... Я, пожалуй, оставлю пока что как есть. Я даже... где оно там было? Вот это? Да, крафт. Я себе сделаю вот так вот и вот так вот. Поэтому вот, смотрите, сделаю себе эти две хилки, оно должно не должно быть проблемой, по идее. Давайте попробуем теперь сдать головы, что-нибудь пожертвовать, сейчас посмотрим, принести пожертвование. 14 голов, 12 из которых... Да-да-да, неважные головы, которые... Давай, 12. Я, кстати, просто прокачал себе, у меня же улучшилось влияние с вот этим вот ММ, который вот, и с Сильвиан. В общем, я себе прокачивал. Вот эта штука с манипуляцией плоти, видели вот эти вот руки? Это прикольная вещь, мне понравилась.
если какой-то затяжной бой, то оно прям будет тема, оно будет бить в промежутке. Наносит три удара. Мне понравилось. Так, крафт айтем. Вот, мне нужно... вот этих вот. Раз, два, три, четыре. А то у меня почти все души позаканчивались. Но мне на самом деле... вот мидбой, вот он вообще нигде не уперся, но он мне мешает пройти. Хотя я мог бы обойти с другой стороны, теоретически. Ладно, ребят, давайте дойдем до бизнес-района, там уже встретимся. Так, ребятки, мы тут. Тут этот опять давящий саундтрек начинается. Так, тут куча мин. Город пострадал от бомбежки явно. Одного утырочка мы тут зашатали. Водка. Ребята, никогда не пейте. Алкоголь — это зло. Чистейший. Вот в чистейшем виде прям зло. А тут, тут что, прям такой тупичок, ничего нету. Хорошо, пойдем. Мне интересно посмотреть на какие-то вот новые локации. Но как тот же лес, в который мы пришли, я увидел 2 секунды. Увидеть лес и умереть просто. Мне нужно выходить отсюда, тут я ничего не добьюсь. Попробуем вот... ёпарасота. Они меня просто окружили. Знаете что, ребят? Попробуем принять бой. Дай, дай, дай! Так. Грррр. Значит... я бы такой бы, чтобы центрального утырка сразу мочить. Потому что он самый опасный. Я его не убью, конечно, с первого раза, но... о, неплохое начало, кстати. Только если не промазывайте, не промазывайте, ребят. Пожалуйста, не промазывайте. Ай. Промазал. Не-не-не-не-не-не-не-не-нет! Ну что ты говно такое? Вот что ты говно такое? Ну почему ты говно такое? Ну вот... да какой промах? И оно не сдохло еще. А, оно просто берет и ваншотает. Ну то есть... как же это бесит. Причем, ну, у него какое-то чудовищное количество жизней. Ну смотри, бам-бам-бам-бам-бам. А мы еще и мажем. У нас все хорошо. Бам. Бам. Давай, какая красота. То есть фишка в том, что они мне даже не дают отхилить моих чуваков. Ну, этих-то я уже, конечно, могу отхилить. Но вон тех, они их просто бам, сосредоточились, ваншотнули. Следующие сосредоточились, ваншотнули. Ты меня тут убей еще, ага. Знаете, бард, который остался на поле боя. Last man standing. Да. Я его убил. Что тут было? Давайте посмотрим. Cloth fragment. У этого. Saw blade and broken bench grinder. Неплохо. Это пушки, как я понимаю. Давай посмотрим. Да.
Я просто пока что еще похожу, немножко поживу. Хочу посмотреть, что там внизу находится. Так, не то. Не то. Вот то. Значит. Equip. Давай смотреть, что из них выпадает. В смысле, нет? Какие-то нет, талисманы это у меня остались. Погоди. Не то. Items. Bench grinder. Так. Drive up to the wheels. Погодите, возможно, это нужно для какого-то крафта или что-то такое, да? Если бы я умел крафтить. Хорошо. Я тебя понял. Здрасте, а мы тут были? Да, а мы тут были вообще? Ну что, цена? Там же лестница. А как? А куда? Ладно, пойдем. А, это интересно. Да иди ж ты лесом. Дверь закрой за собой. Да зайди ты в дверь. Кинулась она на меня. Идем наверх. Книжечки бы лутать, да? Фестиваль. А. Ну, то есть, я помню, да, вы говорили по поводу этой толпы, как ее делать, там, типа, обкалываться, обпиваться таблетками, пытаться на скорости замансить. Ну, блин, понимаете, ребят, мне не то, чтобы скорости не хватает, мне дэмэджа не хватает, потому что я не могу выхлестнуть эту тварину до того, как он начнет убивать. То есть, по идее, мне нужно убрать быстро центрального, очень быстро. Вот. У меня просто не хватает дэмэджа очень быстро его вынести. Он успевает как минимум дважды атаковать. А каждая его атака... Даже не дважды, он трижды успевает атаковать. Потому что он еще и остальных потом резал, пока я его не вынес. Вот. Каждая его атака, она практически смертельна. Если попадает все, чаще всего попадает все. И это печаль. Это печаль. Я не знаю, что делать. И они просто появляются... Вот в этот раз они мне просто устроили засаду. У меня даже не было шанса от них убежать. А, мне тут нужна Белла. А, ребят, подождите. Вернемся сюда сейчас. Ребят, я их убил. Мне это очень дорого стоило. У меня два человека остались по одной руке. А, так, мы сейчас всех быстренько поперематываем. А, так, насчет оружия. Давайте смотреть, кому еще могу раздать. Тебе, наверное, люгер дадим. Из аксессуаров мне тебе нечего дать. Очень сильно помогла вот эта вот девчуля, у которой мы сейчас развили навык вот этих вот рук летающих, хилочки по 70, по 80 у всех. Но мы грохнули здесь самую главную тварь. Так, мясной молоточек. Срезаем голову. Блин, ну то есть, в принципе, да. Мне довольно-таки повезло на этот раз, что они сразу не начали форсить кого-то одного. Они начали распределять свои усилия. Вот. Я в них немножечко пофигачился интересными вещами. Так, это мы забираем. Patch Grinder, Soul Blade, ясно. Я надеюсь, что мы где-то найдем еще место, чтобы помолиться Сильвен, чтобы восстановить наши руки. Но, по крайней мере, мы сейчас можем продолжить в том виде, как мы есть сейчас. Давайте, наверное, только я много магии потратил. Нужно бы... А, я не с той стороны пошел. Хорошо, очень не с той стороны пошел. Надо было сразу вот так. Да, Оливия, она потратила много магии. Хорошо. И можно, наверное, и Ливи тоже немножечко.
Я также использовал такую штуку, как Orders и Charge, которые я прокачал приказы и в атаку. После этого произошел некий, ну, такой случайный ход, то есть после окончания моего хода они, моя команда, сделали еще один ход, при этом что-то удачно, что-то не очень удачно, но в принципе довольно было неплохо. Фишка в том, что это занимает 40, по-моему, поинтов разума. Это прям дофига. Вот, я не уверен, что я хочу этим еще пользоваться. Так, это тупик. С другой стороны, мы, по-моему, главного хищника здесь уничтожили. Теперь можно более-менее спокойненько пошастать тут. Конечно, не все в лучшей форме. Не все в лучшей форме. Но, как говорится, Дариному Паршетто в зубы не смотрят, правильно? Какой ужас. Мы остались вчетвером. Мясной пирог. Погодите, а где было то место, куда я заходил? Я же помню. Сейчас, секунду. Начинает чувствовать себя голодный. То, что она начинает, это, конечно, круто. Я отсюда пришел, да? Да, я отсюда пришел. Что-то я просто на месте заблудился. Не то, что заблудился, я вижу, куда проход дальше. Но я хочу попасть в этот, в музей. Сейчас пойдемте глянем. Возможно, я что-то путаю. Пойдемте. Так, идти сюда. А, вот он. Да-да-да-да-да, я просто немножко не дошел до него. Он тут. Там у нас будет еще один утырочек, но на этот раз не проблема. Если мы с кучей таких утырков справились, то одного мы точно разберем. Да, возможно, он нас ударит разочек-другой, но это уже не настолько критично будет, пожалуй. Помогло то, что я накрафтил себе кучу хилок. А вот... Ага, то есть нам только туда. Он сейчас выскочит, мы его атакуем. Вон оно. А может, и не атакуем. Иди к черту. Наверху ничего не было, да? Ну-ка, давайте еще раз сходим, посмотрим. На полках ничего такого не было. А, погоди, дверь. Дверь была открыта. Ну окей. Кабинет. Оно, я ничего не лутаю, потому что оно все выглядит нелутабельным. Хотя, может, я где-то и ошибаюсь. Будем посмотреть. Черт. Получается, если я сейчас сохранюсь после убийства вот этой троицы, то это будет уже третий день вечер. А это не случайно... Третий день вечер — это случайно не конец игры еще? Или третий день ночь надо? В общем, так я понимаю, что осталось здесь... До свидания. Потом поговорим. Если... Так, а Белла давай. Оп. Я же сказал, что я сейчас сюда вернусь. Окей. Нас тут получается 4 человека. Пятый купается в канализации. Нас осталось 10, значит, где-то есть еще 5. Если я правильно понял, что тот, кто купается в канализации, это один из участников. О, у вас тут весело, я смотрю. Канисточка бензина. Кстати, помогли эти... Пометать лампы помогло немножко. У меня, когда Леви остался без руки, он выронил винтовку, то я в него, в этих ребят метался... Здрасте. Забор покрасьте. А у вас, я смотрю, и... своя атмосфера, да? Так, на мины, пожалуйста, не наступаем. На многие могут еще пригодиться. Маслица.
Грузовик. Некоторые текстурки выглядят одинаковыми, поэтому в Да иди ж ты нафиг. Тут ходит, там ходит. Иди к черту. Так, атаковать... Нет! Я поторопился, конечно. Поторопился, и сейчас мне не хватит дэмэджа его ушатать, и он меня ударит еще раз. Моя собственная ошибка. Отлично. Просто офигенно. А не, ладно, хватило дэмэджа. Обыскиваем. Ничего не нашли. Игра, я тебя просто обожаю. Знаешь, враг выше среднего. А вы ничего не нашли. Вам ничего не надо. Ладно, хотя бы головы коллекционируем. А, это мы вот так вот... А тут у нас тогда что? А тут мы пройти не можем. Красота. Я больше всего сейчас боюсь наступить на какую-то неочевидную мину. То есть вот эти стоят, да, я их вижу, спасибо. Но... Да? Погоди. Нет, это не то место, мне показалось. Это просто какой-то переход. Я тут собирался в лес сегодня походить, ага. У-у-у. Здрасте. Забор покрасьте. One winged necklace. Однокрылая жерельица. А, ну да, блин, они все голодные уже, черт побери. Погоди. Давайте кормить наших отщепенцев. Всем сушеного мяса. Пока мне его хватает. Давайте посмотреть. Ну, допустим, тебе. Equip. Ага, так. Ожерелье в виде крыла бабочки. На нем есть гравировка. Ты не можешь получить ничего нового, пока не оторвешь крыло бабочки и не пожертвуешь его взамен. Одеть... Без понятия, что оно делает. Интересное местечко, ребят. Кто в курсе, пожалуйста, пишите. Оно же явно тут не просто так. Вся эта фишка с бабочками, она уже не первый раз встречается. Она встречалась и в подземелье. Оно встречается время от времени, мы видим, как девочка гонится за бабочками. Это явно какой-то, как говорится, лейтмотив, да? Ну, может, в холодильничке что будет? Отлично. Белое пойло. А в... Выйти я отсюда никак по-другому не могу, только обратно туда лезть надо. Моя твоя понимать, а где это на карте находится? О, интересно. Я пытаюсь сверяться там светлым, светло-темным, ой, светло-светлым и темно-светлым, если такое возможно. Выражаются моменты, в которых можно пройти, в которых нельзя пройти. И вот Business District я сейчас понимаю меньше всего, потому что я тут меньше всего был. Остальное, я с остальным более-менее разобрался. Опять же, в приют бы попасть, наверное. Фиолетовые это... А, иди в жопу. Фиолетовые это у нас получается важные. Желтые это те, которые можно посетить, а фиолетовые это важные. То есть башня важная. Да иди уже сюда. Давай сражаться. Я просто смотрел на карту. Так. Never mind. Да чтоб тебя! Зачем ты мне монетки переводишь? Если оно само нападает, то обязательно с монеткой.
А, погоди, у нас тут сразу есть это. Да я не хочу ее особо скилл-то использовать, потому что... Хотя, с другой стороны, у меня есть чем разум восстанавливать, чё я жадничаю. Можно было бы сейчас... Бам, на 8, хорошо. У нее, кстати, хорошая защита. Из люгера. Давай зареваем сразу и убьем его. Слушайте, гениальный план. То, что у нас все жизни вот такие пожеванные, мне не очень сильно нравится. Но с другой стороны, как бы, шо ж поделаешь. Вы ничего не... Отпиливай. Так вот, тут показано, что есть еще вокзал, на который я не был. То есть, поместье мэра я был, церковь Альмера я был. Аллея мавзолейная, кстати, она где-то за церковью, там я не был. Это что-то важное. Короче, окей. Посмотрим. Все, выбираемся пока что отсюда. Пойдем. Все-таки, может быть, сегодня доберемся до леса. У нас время идет как-никак. Я там вначале... Этот кусочек у меня идет 35 минут. Там вначале я еще, наверное, склеил немножко. Ну, в принципе... Так, ладно. Это место мы чекнули. Я так понимаю, что это все было ради вот этого ожерелья. Возможно, оно очень важное, возможно, оно очень нужное. Ну, то есть, пока что никакого явного эффекта от него я не вижу. Иди сюда. Я на тебя сам нападу. А что если... Да ну не. Мне все-таки вот эта рука с молотком, она кажется более опасной, чем вторая. Хотя вторая вроде как больше, но... Вот этот хороший крит был. Давайте по корпусу остальное. Да-да, минус. Угу. Кстати, оно восстанавливает 80, да? У меня 50 жизней, 125. Можно будет сейчас голубую зельку-то бахнуть, я думаю. В принципе, то чудище в канализации, оно вполне убиваемое, если сделать на него парочку заходов, чтобы получилось удачно. О, 2 шиллинга целых, фига себе, жлоб. Я просто прикидываю, кого и как я могу еще убить из тех мест, которые были до этого. Вот толпа, это была проблема. С толпой мы вроде разобрались, они все равно проблема довольно большая. Но вот в этот раз нам удалось протиснуться, чтобы их убить и самим еще и целыми относительно остаться. Всего пару рук потеряли. Вот. Ой, я сейчас чуть не наступил. Вот что мне дает... Я понял. Вот что мне дает ручка, которую я нашел в канализации. Теперь я могу... залазить в любой канализационный люк. Ха. Красиво. Маска Эпи. Сейчас я выйду отсюда, потом посмотрим, что это такое. Короче, окей. Вот эта штука для открывания люков, она оказалась чрезвычайно полезной. Кто у нас там? Нет, он это с лицом ходит. Давай-ка. Вот, ты у нас без лица ходишь. Фехтовальная. Отлично, теперь у тебя чуть больше защиты. Слушайте, красиво. Так, поехали дальше. Мне интересен тот факт, когда мы встретим... Оливию. Я жду этого. Ой, точно, тут же будет это вот пчелиное говно. Погоди. Ай, черт с тобой, давай сражаться. Я забыл про тебя совсем. А можно... Послушай, я не желаю тебе зла. И это все, да. Ну, за счет этого у нас есть один дополнительный реф. Неплохо.
Давай мы тогда тебе вспарываем живот, а Белла тебе ударит сюда, ты у нас ударишь в корпус, а ты, ну давай скилл при десяточку используем, да. Два-два-два. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Осторожней! Давай, наверное, айтем. Последнюю хилочку на него грохнем. Я забыл про тебя совсем, только сейчас уже, когда увидел гнездо, вспомнил, насколько это мерзкая тварь. Она мне еще и отравила. Обыскать. Эти миллиметровые пули. Да, у него головы еще к тому же нету. Стой, от отравки надо бы принять вот это. Да, это вот это. Держи. Фигово, фигово. Про этого я забыл. Да иди ты к черту. У меня закончились голубые зельки. Вот что еще хуже, да? Давайте я вот того тоже ушатаю, чтобы он мне там не ходил, на нервы не капал. Заодно посмотрим, что там есть. Этих мы относительно без ущерба для себя пьем. Ну, то есть он нас там один раз, наверное, ударит. Ну, у нас уже, по крайней мере, есть... Да ну куда? Я говорю, есть отработанная схема, как их бить, и она берет, промахивается. Угу, отлично. Разгоняем. И еще такой вопрос, ребят. Серию-то когда-то придется заканчивать. Я бы хотел где-то потом опять же сохраниться и посмотреть, насколько это реально или нереально. Иди сюда. Раз у нас тут такая хорошая зачистка получилась. Да даже не знаю, что делать теперь. Ладно, посмотрим. Но с одной стороны, вроде как и хилочки потратили, неприятно все это, а с другой стороны, мы тут зачистили райончик, стало хорошо, приятно. А ты можешь не стрелять только в меня, можешь? Это... Да чтоб тебя... Не трать мои монетки! Я еще зря монетку. Так, руку отбей ему, пожалуйста. Это ж тот чувак, которого мы тогда гуляшом подняли, да? Угу. Зря я так парился. Насчет этого перца. Так, порох у него нашли. Чувак стрелял в нас из боевого пистолета, но мы нашли порох. Спасибо, игра. 5 шиллингов. Этого надо сразу убить. Ждать его не получается, но в принципе кому ты нафиг нужен? Убеждать тебя. Отбираем у тебя винтовку и два в корпус. Отлично. План гениальный. Сработал. Обыскиваем. Находим винтовочные патроны. Блин, винтовочные патроны, конечно, хорошая штука. К тому же их много потратил, но они мне сейчас относительно не актуальны, пока я не восстановлю руку или не убью Леви. Я не знаю, что уж я с ним сделаю. Страшно ходить из этих сраных мин. Вот так вот случайно провтыкаешь и все.
Так, а ты у нас кто? А, склад, я же сюда заходил, точно. Так, shotgun shells. Точно, точно, точно. Давайте мы его туда быстренько лутанем. Я еще думал, что на меня будут нападать. Потом и ящик выдвигал, все дела. А тут вроде как тихо, спокойно. Пока что. Я надеюсь, я не накаркаю. Оп. Репка. Держи меня крепко. Давай его сначала выдвинем. Отлично. Сходим, позырим. И вот, наконец-то, мы сейчас уже доходим до того самого зловещего леса. Мне никто с голоду не... О, погоди, погоди, погоди. Митпаем надо угостить, а то он сейчас начнет голодать. Это все не к добру. Гнилое мясо, отлично. Ну, это же офигенно, правильно? Если бы я еще на все сундуки тратил бы монетки, ну, блин, половина всего, что это, лутаю, оно пустое, по понятным причинам. Тут все. Раньше, мне кажется, в первой части их можно было набирать по несколько бутылочек. Сколько в ком, каком было, это было рандом. Да в смысле выломать? Ну, игра, ну ты че, у меня... Ты еще промахиваться мне тут будешь, ага. Потрать патрон, да. Давай. Офигенно. В общем, я не знаю, в чем прикол с этой дверью. К черту. Мы можем и так выбраться. А вот это я не лутал еще. Оп. Во, рагу. Супер, мне как раз этих обалдуев кормить нечем. Все, пойдем вниз. Аккуратненько. Аккуратненько. Я, наверное, посмотрю на реакцию нашей мамзели. А потом, скорее всего, нападу на клона, который к нам подойдет. Если подойдет, опять же. Прикиньте, он же может и не подойти. Так, аккуратно. А как я... Вон, вижу, вижу, вижу доски. Вижу. Их можно заметить. Я при монтаже прошлой серии заметил. Думаю, ах ты ж. Ах тебя ж. Ну, на самом деле, тоже такое себе. Так, это... А прикиньте, она не подошла сейчас. Это место для танцев? Выглядит, кстати, прикольно. А тут уже дохлые эти собаки валяются. Ну, мы ее спилим, конечно. Так, погодите. На карте это обозначено как Паненские лесы. Леса. Но кто здесь из мобов водится, если тут собаки уже дохлые? Тут какой-то лабиринт. Дошел, блин, до нового контента под конец серии. Ах ты ж твою за ног, ты кто такой вообще? Так, культ совы. Ты знаешь, что творится в городе? Руки. Как обычно. Сначала выбиваем руки, потому что оно может харкнуться чем-то. Нам это не надо. Я вообще не знаю, насколько оно сильное, не сильное. Сейчас посмотрим. Пока мне не очень нравится. Ладно, с трех ударов руки выбились. Не знаю, чем оно может нас еще удивить. Очень многозадачные мобы. Но пока что выглядит не чем-то особо сильным. Опять же, могу ошибаться. Убили. О, там эта говнособака ползет. Я могу голову ему отпилить? Говнособаки, они всегда аж по две, да? Сейчас посмотрим.
Я на самом деле не особо-то хотел бы лечиться сейчас от заражения крови. Ладно, черт с тобой, ты мне будешь сейчас напрягать, я не увижу... Да, их всегда подвиг. Будет напрягать, я не увижу яму. Мне придется пожертвовать одной зеленой... Да какой промах! Спасибо, перестраховал просто. Не заразило ничем? Серьезно? Такое бывает? Давайте эмбошки поотпиливаем. Я же не против. Фекалоиды чертовы. Так, по голоду у них еще норм. А сколько тут таких ям, которые я могу... Вон еще, в эту я упал в прошлый раз, я понял, я пришел оттуда. Ну, как минимум тогда две уже. Вряд ли это одна и та же яма. Да иди ты к черту! Можно сохраниться, пожалуйста, где-нибудь? Ты просто посторонись, мы проходим, ага. Если я тебя не побеспокою, если дашь мне быстро пройти. Он на минуточку взвешивает ваше предложение. Видимо, оно ему не подходит. Ну, пока что такой тип сражения мне как бы норм, потому что они меня не трогают. У них это пока не получается. А, на 1000 неплохо. Значит, у него на туловище примерно 1200-1300 жизней в среднем. 10 шиллингов. Отпиливаем голову. Голову-то я не сдал, кстати, да, медвое я не убил. Блин. Может, мне тупо сейчас пойти обратно? А? Ну, серьезно. Ну, тут нет никаких сохранений. Тут я не вижу ни места. Кстати, очень давно не было кругов для мела. Что, блин? Ну, тут чисто боеприпасы. Палатка с боеприпасами. Тут-то черта тумана видно. Вот это вот посерединке немножечко есть. А там пройти нельзя? Ладно. Короче, сейчас это все закончится двумя вещами. Или я сдохну, или я сохранюсь. Блин, лягушка издает звуки. Мастер то и мастер это. Это все, что говорят другие, правильно? Но вы же не ожидаете этого от нас, лягушек, такой чести. Мы никому не кланяемся. Ладно, говорящая лягушка. Я даже не удивлен этому. А что ты от меня ожидаешь? Думаешь, я поклонюсь тебе? Лягушки людям не кланяются. Да псина свалет. Ай, черт, все равно придется драться с ним. О, оно одно. Дать гнилого мяса? О, оно отвлеклось типа на мясо? Хорошо. Они обычно по два бегают. А, ну да. Чё это я?
Блин, я не то нажал, ладно. Нужно было этому мясо дать, и почему-то я ему решил ногу отпилить. Но мы его и так ваншотнули, хорошо. Эти тварьки, они безголовые, поэтому с головы-то у них взять нечего. Но минус две собаки, и на том спасибо. Ну это же чертов лес. Тут же должны быть растения. Ребят, ну это же логично, не? Там звуки такие какие-то. Так. А зачем тут этот тупичок? Чтобы меня сюда загнали? Грибочки. Из них можно... привет, чувак. Погоди, это там трава наверху? Август. Хочешь, я расскажу историю? Конечно. Так. Мы когда-то были в постоянной вражде и болели. Все то время, сколько люди помнят, происходили такие вещи. Люди винили всякие возможные силы сверху, короли, султаны, короли и султанов того времени, так называемых новых богов. Новых богов, богов старого, кого угодно, старых богов, кого угодно, кроме только не себя, я понял. Не так уж и отличается от того времени, про которое мы говорим. Так. Все подходило к точке излома той цивилизации. Но только появился свет в конце туннеля. Было пророчество про человека с золотыми локс. Ну, типа... не нашивками, а как-то, который поведет человечество из тьмы. И так случилось, что человек с подходящими характеристиками восстал, приобрел славу в Центральной Европе. Он обещал справедливый мир, там, где коррумпированное правительство и старый мировой порядок разрушатся. Ага. То он очень, так скажем, взялся за все эти, да. Но иерархия старого мира. Иерархию старого мира не так просто стряхнуть. Ему нужно было найти силу противостоять. Блин, Weak from Hunger, это фигово. Огромезным армиям королей, султанов и старых королевств. Такую силу не просто найти. Он сделал... он предпринял все, чтобы получить такую силу. Он сделал много злых вещей, преследуя свою цель. И многие, кто-то мог бы сказать, что он приблизился к тому самому злу, которое он обещал сокрушить. Постоянно уверяя себя, что это, цели оправдывают средства. В конце концов, он получил силу, которую хотел, но какой ценой? Преследуя свои цели, в погоне за своими целями, он кормил тьму этого мира. Блин, все уже ослабели от голода. И таким образом новое детище было рождено. Бог страха и голода. Так. Люди попадались на это божество. А многие попадались именно потому, что это было их собственное творение. Манифест их собственной жалкости, как это, ничтожности. Kinship. Угу.
Самое меньшее, бог страха и голода, не ну, по крайней мере, он не представлял старый мир. И это было самое важное для них. В их глазах было все, что угодно, лучше, чем их старый мир. Несмотря на это, люди нашли новые направления и не стали как человек из пророчества. Этот человек вышел из тьмы. Но к тому времени человечество уже нашло нового спасителя. И его... Да, блин, все проголодались уже, я понял. И его, получается, все, что он преследовал, стало бессмысленным, все его цели. Он начал скатываться в безумие, его фрустрация потихонечку проявлялась в недружелюбии и насилии. Без тех великих целей, которые он себе представлял, он стал просто... его стали считать злым, потому что не было тех целей справедливых, к которым он шел. Со временем он стал известен как Желтый Король Безумия и превратился полностью в злодея. Погодите, это разве не... По-моему, это же с первой части, да? Да, если я правильно помню. Но сказка тут еще не заканчивается. Даже если и урок получен, это время прошло давным-давно. Говорится, что в своем безумии человек поверил в собственное пророчество. И оно, это привело к тому, что он не умер бы, пока не осуществит свою судьбу, он стал бессмертным. Пророчество может быть как чеховское ружье. Оно должно быть осуществлено до того, как все остальное продолжится. Он пошел странствовать по земле, преследуя великие цели. Ну и думаешь, он получил свой хэппи-эндинг? Погодите, мы же вроде тогда пришли и убили. Это же Махабра было, да? Если я правильно все помню. Если будешь достаточно долго пытаться... Надеюсь. Да, кто бы хотел лучшего мира? Так, у меня тут все проголодались, пока тебя слушали, блин. Спасибо, мужик, просто офигенно. Давай сушеного мяса навернем. Там такие звуки, кстати, из этих джунглей. Так, мидпай дадим самый голодному, а не самый. Вот, да, мидпай прям заряжает полностью. Я, наверное, их нерационально использую, не то. Но уж, ребят, что есть. Так. Хочешь еще одну историю? Давайте мы его просто... Wanna travel together? Нет, я больше как одиночка. Надеюсь, ты понимаешь. Ну, давайте мы его тогда убьем. Я не буду слушать еще одну историю, потому что это мне стоит очень много еды. Во-первых, во-вторых, уже серию надо бы заканчивать. Блин, чувак, с луком. There is no reason. Нам не надо этого делать. Даю тебе 30 секунд. Это всего лишь недоразумение, извини. Почему ты это делаешь? И ты меня за это винишь? Так. А, черт. Только я дерусь, потому что он на остальных еще не напал. Вот, теперь она еще будет драться. Да, я вспомнил эту фишку.
что остальные не дерутся, если ты нападаешь. Замученную душу подобрали. Так, обыскиваем. 6 шиллингов, трапка, ловушка и жакетик. Жакетик, кстати, может быть неплох. Давайте мы ему голову отпилим. Мне кажется, что ее можно будет покеткету потом сплавить. Август. Ну, август. Такова судьба. Пойдем дальше. Я сделал это по нескольким причинам. Во-первых, если бы он сказал бы, что я могу к тебе присоединиться, просто у тебя слишком большая команда, я подумал бы, потому что это был бы мой запасной вариант. Во-вторых, у нас уже слишком... Типа, мы уже подходим к концу игры, а нас слишком много. Я не знаю, как это, насколько это хорошо или насколько плохо. Там была травка, я не знаю, как ее достать. Что, извините? Он меня травил? Да, он меня травил, нормально. Но я вылечусь. Я надеюсь просто, что это не слишком какой-то чудовищный яд. Еще было офигеть, как мало жизни. Меня это не радует. 7! О, неприятно. Я думаю, надо будет... Так какой... Промахи в этой игре — это что-то особо обидное, серьезно. Все, давайте, ребят, равняйте его. Пойдем лечиться. Я бы очень уж... Уже хотел бы, наверное, закончить серию негде. Просто серьезно, негде. И я не хочу бросать ее. Просто так, смотрите, я сделаю ее длиннее, эту серию. Окей. Во-первых, потому что они сейчас выходят реже. Уж извиняюсь, так получается. Во-вторых, мне просто не хочется бросать вот так вот все. Поэтому... Так, хилим. У меня было много хилок, но я дофига потратил. С другой стороны, мы вроде как неплохо все А, стой. Оп. Белый флакончик на тебя. Ты тут грибочек охранял, что ли? Ну, не знаю. А, это в другую сторону, если пойти. Ага. Звуки вот вообще ни разу не успокаивающие оттуда доносятся, как будто там какой-то гребаный тираннозавр. С этими лягушками тоже что-то явно нечисто. Но не может быть так. Что лягушки просто... А, да? Это то ми... Да? Вот оно как. Символ Грогорода, да нет, дружище. Хорошо, знаете что, пойдемте сохранимся в поезде, у нас будет еще отдельное сохранение, заодно и серию закончим, заодно у нас тут шорткатец нарисовывается. Не, ну относительно красиво. Хилок не осталось, ни черта. Есть немножко денег, и отсюда относительно недалеко магазин. Ну, в общем-то, ничего, мы зачистили хороший кусок территории. Я, в принципе, доволен тем, что мы зачистили, во-первых. Во-вторых, у нас получается... Блин, а в поезде я уже начертил или нет? Пентаграмму. Давайте вспомним, сейчас посмотрим. Да, тут у нас Сильвиан тоже. Он не реагирует, ну, отлично. Да, отдохнуть немножечко. Давайте зайдем на Хексон. Там, по-моему, ничего прокачать сейчас уже не получится, потому что... Да, вот мы убили одного чувачка. Я сделаю отдельное сохранение. Заодно посмотрите на Хексоне, что я прокачал.
Так, у нас вот преданность Сильвиан я прокачал на одну. У нас феромоны появились. Я вот хочу сюда, но никак не получается найти еще одно местечко где-то прокачать. Потом вот здесь получилось... Извиняюсь. Получилось у нас одну агилити качнуть. Блин, я уже сколько, часа полтора трендю не переставая. Вот, Mastery Over Vermin и Flash Puppetry. Flash Puppetry — это как раз вот эти вот руки, которые мы делаем. И что-то я еще качнул. Погоди, а это можно Warcry? У, Warcry можно качнуть. Это у нас появилось, этого не было. Есть Bloodlust, The War и Sisu. Кстати, ну это надо... Смотрите, у меня много голов уже есть. Черт. Ха-ха-ха. А, надо было сейчас идти. Ну пофиг, я уже все равно лег спать. Нужно было уже сюда с головами прийти. Ну пофиг. А, у нас есть одна душа, которую можем качнуть. Вот эту медитацию я так и не трогал. Мы можем... Да черт его знает, что мы можем. Ну давайте в эту сторону пойдем. В Warcry. Far Cry. А, хорошо. И сохраняемся. Давайте еще отдельное сохранение. Ох, есть, вроде сохранились. За сегодня, кстати, даже сохранился, получается, дважды. Один раз в церкви, трижды. Трижды, Карл, трижды. Один раз в церкви, когда я убил бабайку, но там было бесплатное сохранение. Потом один раз, когда мы зачистили канализацию, я вернулся и сохранился, скупился потом в магазине, зачистил весь, получается, бизнес-район. С толпой, с кучей всего, что там есть, и чуть-чуть по лесу прошлись, лес мы тоже подзачистили от собак, от всяких вот этих культистов-сектантов. Ну что ж, более-менее город у нас сейчас, кроме шоппинг-центра, у нас он зачищен. Я еще не был в приюте, у нас остается квест с домом, у нас есть еще... парочка мест, собственно, сама башня. Но, в принципе, большая часть города у нас уже зачищена. По ней можно свободно передвигаться. Но вот у нас, короче, эти священники в центральном районе, в Shopping District, там два этих священника. Твари, они просто берут, ослепляют персонажей, я ничего с этим не могу сделать, я не могу их ваншотнуть. Короче, такое себе. И на вокзале мы еще не были, я без понятия пока что, как туда попасть. В канализации у нас лазит одна бабайка. И в центральном районе у нас есть парочка... В канализации на самом деле один босс, но там много мобов. Я там мобов не сильно много зачищал. Ну что ж, ладно, выходим. Давайте посмотрим, какие у нас будут сейчас последствия. Мы, когда проснемся, может, игра сейчас случайно закончится. А где все, извините? Нет. Да? Я не хочу с этим разбираться сейчас. Я не хочу разбираться, почему я один... Почему они просто все свалили? Я понимаю, что это вечер третьего дня, что сейчас начнется трындец. Ну, ребят, давайте так, все, будем заканчивать. Эта серия так уже идет почти полтора часа. Да, я округлил, не придирайтесь к словам. Вот, но у нас, получается, есть предыдущее сохранение до того, как мы убили толпу. Там, где мы еще в полном составе, это, получается, день третьего дня. Сейчас вечер третьего дня. В общем, пишите, что можно сделать днем третьего дня и вечером третьего дня, и как это все, и сильно без спойлеров, наверное. Я понимаю, что я очень многие вещи зафейлил, зафакапил, то есть, естественно, если переигрывать, то распределение будет абсолютно другим. И оружие, и персонажи, и как, куда пойти. Сейчас уже, когда я более-менее изучил эту игру, конечно, не досконально, но я уже сам вижу свои ошибки, я их уже понимаю. Второе прохождение, оно когда-то будет.
Я так об этом говорю, как будто мы это уже закончили. Нет, ну, я просто чувствую, что оно уже подходит к концу. Тут осталось, может быть, одна-две серии, посмотрим. Вот. Но мне нужно будет морально отдохнуть перед вторым прохождением, потому что эта игрушка все-таки очень сильно выматывает. Все, ребятки, на этом пока будем заканчивать. Пойдем уже исследовать вечер третьего дня на следующую серию. Посмотрим, как оно, что оно вообще. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.